супергрузовик. Привет, ребята! Веселая ночка. Эй, а почему так темно? Что случилось, малыш Том? Ты видел монстра? Где ты его увидел? Около замка? Давай поедем и посмотрим. Я никого не вижу. Ты уверен, что видел монстра? Похоже, эта загадка как раз для супергрузовика. Малыш Том, ты можешь позвать супергрузовика? Эй, Карл, у нас тут загадка, которую нужно срочно разгадать. Как думаешь, получится ли у тебя? По ярмарке разъезжает машина-монстр, и всем очень страшно. Все нормально, Карл, ведь ты уже имел дело со страшными вещами. У тебя есть специальное оборудование, чтобы помочь разгадать эту тайну? Ух ты, Карл, ты теперь исследователь паранормальных явлений. О, охотник за привидениями? Так звучит намного круче. Эй, ребята, вы снова видели монстра? Да? На что он был похож? Страшное морское чудище! Что ж, к счастью, здесь супергрузовик, и он готов расследовать это дело. У супергрузовика есть специальный детектор, который поможет засечь монстра, и очки ночного видения. Детектор монстров. И ловушка для монстров. Впечатляет, не правда ли? Так как ты собираешься найти этого монстра? А, с помощью детектора. Отличная мысль. Супергрузовик, эта штука включена? Она не засекла ни одного монстра. Ты хочешь проехаться и осмотреться?
Ты видишь что-то около горки? О нет, это же монстр! Ты собираешься устроить ловушку? Будь осторожен! Погодите-ка! Это не монстр! Это мусоровоз Гарри! Гарри, что ты делаешь? А, твои руки зацепили гирлянды, и они оторвались! Теперь нам все понятно! Эй, ребята, взгляните-ка на вашего монстра! Очень страшно! Доброй ночи, друзья! Автопатруль. Привет, малыши! Развлекаетесь этим вечером? Бегите, малыши, бегите! Вот телефон, чтобы позвонить в автопатруль. А вот и малыши-машинки. Малыши, давайте позвоним в автопатруль. Они точно смогут защитить нас от этого. Мэтт, Фрэнк, Гектор, вы нужны автомобильному городу. На детской площадке завелось привидение. Нет, Мэтт, это чистая правда. Это не шутка, там и правда привидение. Ой-ой, ребята, здесь так темно. О нет, это привидение! Ты
ты прав, Мэтт, не стоит паниковать. Давайте остановим привидение. Это замечательный план, Мэтт. Гектор, ты полетишь над автомобильным городом и постараешься найти это привидение. Как только ты его увидишь, зови Мэтта и Фрэнка, и они присоединятся к тебе. Фрэнк, как только Гектор заметит привидение, ты поедешь за ним и догонишь его. А затем Мэтт помчится еще быстрее и перекроет путь привидению в конце дороги. Приготовились? Вперед! Вот оно, Гектор! Мэтт, Фрэнк, Гектор заметил привидение. Теперь нужно ехать следом и догнать его. Это не привидение. Это Чарли. Мэтт, остановись. Это не привидение. Это Чарли. Чарли! Чарли! Тормози! Сейчас же! Ну, конечно, ребята. Сегодня же Хэллоуин. Чарли надел костюм. Да, друзья, я думаю, самое время присоединиться к веселью и поехать собирать сладости. Спокойной ночи, друзья. До новых встреч. Поезд по имени Трой. Привет, Трой. Счастливого Хэллоуина. Мне нравится твой костюм. Привет, малыши-машинки! Почему вы не веселитесь? О, нет! Во всей округе нет конфет? Ты прав, Трой! Нам нужно отправиться на склад и найти транспортное средство, которое сможет привезти малышам-машинкам конфеты и спасти праздник. Оставайтесь здесь, мы скоро вернемся. Ну что ж, давай встретимся с новым другом. Какое транспортное средство может спасти Хэллоуин для малышей-машинок, Трой? Трактор? Машина скорой помощи? Или машина с конфетами? Отличная идея! Машина с конфетами – это как раз то, что нужно! Погружаем. Давай отвезем эту машину с конфетами на детскую площадку.
Сначала выгрузим все детали. Ух ты, почти готово! Привет, машина с конфетами! Как тебя зовут? Кэрри? Добро пожаловать в автомобильный город, Кэрри! Кэрри, у нас для тебя очень-очень важное задание. Сегодня Хэллоуин, а в автомобильном городе нет ни одной конфеты. Ты не могла бы отвезти немного конфет малышам-машинкам? Отлично! Давай спасем праздник! Малыши-машинки, познакомьтесь с новым другом. Это Кэрри. Она машина с конфетами. Хотите посмотреть, что она умеет? Это восхитительно, Кэрри! Эй, привет! Как дела, друзья? Кэрри, взрослые тоже грустят. Так не празднуют Хэллоуин. Может, им тоже дать немного конфет? Точно! Чудесная идея! Теперь у вас хватит конфет на всех! Спасибо еще раз, Кэрри! Счастливого Хэллоуина! Малярная мастерская эвакуатора Тома. Привет, Рокки! Куда ты летишь? Ты летишь в малярную мастерскую Тома? Как чудесно! В кого же он тебя превратит? В мумию? Ой, как страшно! А, так ты хочешь испугать Пенни и Гектора? Что ж, в конце концов, это будет веселый розыгрыш. Увидимся в малярной мастерской Тома, Рокки. Том! Эй, Том, просыпайся! Доброе утро, ребята! Ну или доброго вечера. Сейчас не время отдыхать. К вам летит клиент и будет у вас через пару минут. Ха, а вот и он, это Рокки. Итак, давай же рассказывай, что ты задумал, Рокки. Том, Рокки хочет, чтобы ты превратил его в мумию. Ты справишься с этим? Нет, малыш Том, у тебя есть идеи? Малыш Том, что ты задумал? Говоришь, нам нужно всего лишь подождать? Привет, Эмбер! Так вот, кому звонил малыш Том. Бинты! Потрясающе! Спасибо тебе большое, Эмбер! Хорошо, малыш Том, за работу! Молодчина, малыш Том! Рокки, ты уже практически как мумия! Том, что будем делать дальше? О, это светящаяся краска!
Ты доволен своим новым образом, Рокки? Как замечательно! Том, Рокки уже готов пугать своих друзей? Превосходно! Спасибо, Том и малыш Том! Вы проделали потрясающую работу! Ха-ха, как смешно, Рокки! До свидания, друзья! Счастливого Хэллоуина! Строительная бригада! Привет, ребята! Счастливого Хэллоуина! Похоже, вы работаете, не покладая рук, как и всегда! Ха-ха-ха! Малыши хотят повеселиться и на Хэллоуин! У вас есть какие-нибудь идеи? Здорово! Зловещие американские горки! Это то, что нужно, Игорь! Поехали на стройку, ребята! Ух ты! Кажется, здесь придется хорошо поработать, друзья! Приступаем! Шаг первый. Установить опоры, потом поставить на них трек. Шаг второй. Установить вагонетки на трек. Шаг третий. Поставить стены и потолок дома. Итак, сначала нам нужно установить эти столбы. Они будут опорой всему аттракциону. Вот так! Отлично сработано, друзья! Теперь подсоединим трек к столбам. Эдгар, не забудь про болты. Они нужны, чтобы скрепить все вместе. Прекрасная работа, друзья! Проверьте, чтобы все болты были крепко закручены. Уже что-то вырисовывается. Так. Следующим шагом нужно установить вагонетки на трек. Чарли, просто подними их на трек, одну за другой. Проверьте, установлены ли вагонетки правильно. Ух ты, как здорово! Кажется, почти закончили, друзья. Теперь нам нужно поставить стены и потолок. Осторожно опускайте потолок, ребята. Проверьте, хорошо ли все прикручено, чтобы конструкция была устойчивой. Ух, это будет здорово и жутко весело! У малышей будет потрясающий Хэллоуин! Привет, малыши! Вы готовы прокатиться по дому с привидениями? А ты, Фрэнсис, ты хочешь сесть в последний вагончик? Расслабьтесь и получайте удовольствие! Берегитесь летучих мышей!
«Ой-ой, вы слышали ведьму?» «Ух ты, привидения как настоящие!» Мы рады, что вам понравилось, малыши. Счастливого Хэллоуина! Ох, Фрэнсис, ну ты же знаешь, что это все понарошку, да? Задание выполнено, ребята. Вы можете создавать замечательные вещи, когда работаете в команде. До свидания, друзья. До новых встреч. Поезд по имени Трой. Привет, Трой. Ты собираешься на вечеринку по случаю Хэллоуина в железнодорожном городе? Здорово! Я думаю, все в предвкушении. Тина, что случилось? Ты нашла огромную тыкву за городом? Как здорово! Оу, она слишком большая, и ты не можешь ее увезти сама. Ты хочешь помочь Тине, Трой? Какое оборудование нам нужно взять, чтобы перевезти тыкву и вырезать по ней? Хорошая идея, Трой. Давай-ка спросим у Тедди. Подожди здесь, Тина. Трой скоро вернется. Здравствуй, Тедди. Это кошачьи ушки от твоего костюма. Какие симпатичные. Тедди, нам нужна твоя помощь. Тина нашла огромную тыкву за городом. К сожалению, она слишком велика для Тины, и она не может ее привезти сюда и украсить. Ты поможешь нам? Какой у тебя план, Тедди? Хоу, ты собираешься дать Трою инструменты экскаватора? Отличная идея! Теперь ты сможешь отвезти тыкву, Трой. А лазеры помогут тебе вырезать на ней узор. Ну что, готов сделать огромный хэллоуинский фонарь, Трой? Тогда поторопимся, Трой, Тина ждет тебя. Так, Тина, покажи-ка нам, где лежит тыква. Ух ты, Тина, она и правда очень большая. Как думаешь, Трой, ты сможешь ее отвезти? Отлично, Трой, но будь аккуратен. Нам нужно скорее вернуться в железнодорожный город, пока ты ее не уронил. Что ты сказал, Трой? Я не слышу тебя. Я все равно не слышу, тыква тебя загораживает. Да, отличный план. Давайте отвезем тыкву в железнодорожный город, а потом и поговорим. Фух, это была непростая работа, не так ли, Трой?
Ну что же, а теперь самая веселая часть – вырезание по тыкве. Сначала нужно срезать верхушку. Вот так. Только посмотрите, сколько здесь внутренностей. Стоит взять специальную ложку. Упс, прости, Дина. Трой, будь аккуратней. Ого, ты уже закончил? Это значит, пора переходить к самой интересной части. Лицо. Потрясающая работа, Трой! Это самый лучший хэллоуинский фонарь, который я когда-либо видел. И самый большой тоже. И он готов как раз к началу праздника. Но, Трой, стало так темно. Как же все увидят тыкву? Тедди тебе кое-что дал? Что же? Идеально! Это должно сработать! Ух ты! Ты проделал невероятную работу, Трой! И ты, Тина, молодец, что нашла такую огромную тыкву! Но главный герой праздника – это, конечно же, Тедди! Ты приехал праздновать Хэллоуин! Как приятно видеть тебя в городе! Счастливого Хэллоуина, друзья! Повеселитесь на славу в канун праздника всех святых! Поезд по имени Трой. Привет, Трой! Ты едешь в новый туннель кривых зеркал железнодорожного города? Как здорово! Ха-ха! Ух ты, Трой! Эти зеркала такие смешные! Выглядит очень весело! Ой, а что это за звук? О, привет, Тина! Что это такое было? Это привидение ходит по туннелю? Ого, Тина, как же страшно! Но где же привидение, Тина? Смотри, вон там, Трой! Это привидение! Нужно остановить его, Трой! Но как же мы обезвредим его? Ты прав, Трой. Тедди сможет помочь это сделать. Тина, почему бы тебе не подождать снаружи, пока Трой не вернется из депо? Не бойся, Трой вернется и поймает это непослушное привидение. Здравствуй, Тедди. Ой, а что это ты читаешь? Книгу о привидениях железнодорожного города? Какое жутковатое совпадение. Тину как раз преследует привидение в зеркальном туннеле. И нам нужно помочь обезвредить его. Мы надеемся, ты придумаешь, как его заколдовать, Тедди. Я точно такого не ожидал. Тедди, ты собираешься превратить Троя в привидение? Ух ты, Трой, какой ты страшный! Эта волшебная коробка изменит голос Троя и сделает его очень зловещим, Тедди!
Так, еще ты положил фонарик под подбородок Троя, чтобы он выглядел еще страшнее в темноте. Какая замечательная идея! Итак, Трой, ты готов запугать привидение железнодорожного города? Тогда вперед! Ну что же, Трой, пора применить все твои пугающие умения на деле. Ты видишь привидение? Посмотрим еще. Ты слышал это, Трой? Я думаю, это опять было привидение. Хорошо, Трой, твой выход. Пора вывести это привидение на чистую воду и напугать его. Поезд Тони? Это был ты? Не могу поверить. Поезд Тони, как же ты мог так сильно напугать Тину? Она всего лишь хотела повеселиться в зеркальном туннеле. Надеюсь, Тина сможет простить тебя. Тина, ты прощаешь Тони? Как великодушно с твоей стороны, Тина. Спасибо тебе. Что такое, Тина? О, какая замечательная идея. Тони, Тина говорит, что покажет тебе весь зеркальный туннель. Вот как она тебя простила. Я думаю, теперь она тебя точно отомстила, Тони. Спасибо за твою помощь, Трой. Еще увидимся. Автомойка эвакуатора Тома. Эй, Чарли, что это ты строишь? О, это заброшенный дом для Хэллоуина? Звучит пугающе. Ты немного испачкался, Чарли. А, это клей со стройки. Будь осторожен, когда будешь доставать эту коробку, Чарли. О нет, какой кошмар! Кажется, так просто не очищается. Должно быть, они прилипли к клею. Ничего, мы можем поехать на автомойку к Тому и отмыться. Чарли приключилась авария, пока он строил заброшенный дом. И декор для Хэллоуина прилип к нему. У тебя есть идеи, как его отмыть? Сегодня автомойка выглядит по-другому. Это теперь поезд-призрак. Ты не боишься? Тогда вперед. Слишком пугающе, Чарли? Как себя чувствуешь, Чарли? О нет, Чарли заколдован? Ха-ха, Чарли, ты меня испугал.
Итак, украшения для Хэллоуина мы убрали. Но на тебе все еще много клея. Мы все исправим в следующей комнате. Чарли, ты не мог бы прочесть эти волшебные слова в книге? Ха-ха, Том сказал же, что это заброшенный дом. Ха-ха, тебе щекотно, Чарли. О, ух ты, а клей-то весь сошел. Ого, это должно быть колдун. Он говорит какое-то заклинание. А это должно быть волшебная пена. О, это был Том все это время. Чарли, ты такой сияющий и чистый. Было не страшно, Чарли? Ты хочешь еще раз туда поехать? Веселитесь, ребятки. До новых встреч, друзья.